В Енисейске началось восстановление усадьбы знаменитого местного купца Баландина. Архитектурный комплекс, который входит в двухэтажный особняк и еще ряд строений, расположен в центре города. Сейчас на объекте проводятся подготовительные работы. Нужно демонтировать лишние пристройки, убрать сгнившие конструкции и вывести мусор. Только после этого начнется реставрационный процесс. Согласно плану, закончится он через 2 года. Алексей Баландин, владевший усадьбой в 19 веке, был купцом первой гильдии, меценатом и дважды избирался енисейским головой. В конце 20 века в купеческом особняке располагалась милиция, а затем это был торговый центр. Последние 10 лет здание не эксплуатировалось, неоднократно горело, а на крыше даже начали расти деревья. Усадьба Баландина входит в список памятников архитектуры, которые реставрируют к 400-летию Енисейском. Всего в этом списке 22 объекта. По окончании реставрационных работ, как вы правильно заметили, в ближайшие 2 года, мы этот объект определим под общественно-деловой центр. То есть там предполагается организация точек общественного питания, будет располагаться конференц-зал, помещение для офисов. И я думаю, что бизнес-сообщество города Енисейска, это не только города Енисейска, это будет интересно.